Добрый день, канал ГТ-класс, Андрей Щетников. И небольшой комментарий по поводу ролика про измерение расстояния от Земли до Солнца посредством наблюдения прохождения Венеры по диску Солнца. Там в конце был вопрос о том, почему последовательные прохождения разделены такими странными промежутками прохождения, потом следующее прохождение через 8 лет, потом довольно долгий промежуток, больше 100 лет, потом снова два прохождения с промежутком 8 лет, потом снова длинный, ну и так далее. Ну, в комментариях по этому поводу были толковые комментарии уже даны, ну и я хочу просто их чуть-чуть подытожить, ну и для этого немножко порисую. Ну вот, я изобразил орбиты Земли и Венеры, причем сделал это, так сказать, в перспективе, сверху сбоку. На самом деле орбиты близки к круговым, ну, хотя это все-таки не окружности, а эллипсы, но эллипсы с очень небольшим эксцентриситетом. А существенно для нас то, что эти две орбиты не лежат в одной плоскости. Вот если их плоскости изобразить, то они пересекаются по прямой, ну, проходящей через Солнце, понятное дело. Эта прямая называется линией узлов. А уголочек вот этот между двумя плоскостями, он составляет 3,4 градуса. Но, соответственно, если с Земли вот из этой точки смотреть на Венеру, когда она находится вот в этой точке, то уголочек уже получается примерно в 9 градусов. То есть Венера весьма высоко может проходить над Солнцем, ну или, соответственно, если с этой стороны смотреть, то под Солнцем. А размер Солнца составляет на небе всего 0,5 градуса. То есть очень сильно задирается. Поэтому соединение Земли, Венеры и Солнца может происходить только вблизи, ну и, соответственно, прохождение Венеры по диску Солнца для земного наблюдателя может происходить только вблизи линии узлов в очень небольшой зоне, когда Земля находится. Конечно, не обязательно в самих точках, но довольно близко к этим точкам. Вот так эту зону пометим. Ну и дальше что происходит? Давайте мы Землю сюда поставим, где-то она была в этой области, и Венера в этой области. Значит, у нас, когда происходит очередное соединение, то есть все три планеты, ну вот так находятся на одной, как бы в плоскости эклиптики находятся на одной прямой, хотя Венера может быть выше или ниже. Когда происходит соединение Венеры и Земли, значит, промежуток времени между двумя соединениями составляет 2,59, что-то такое, 2,6 года. Ну и таким образом, значит, через 2,6 года они, конечно, снова соединятся, но только Земля сделает два оборота и еще куда-то вот сюда уйдет. А Венера свои обороты сделает сколько надо. И окажется, вот здесь они снова лежат на одной прямой, ну, в смысле линии эклиптики. Потому что на самом деле они не на прямой лежат, а Венера находится под плоскостью земной орбиты. Ну, если сверху смотреть, то это будет одна прямая. Вот. И соединение произошло, а никакого прохождения нет. Венера прошла под Солнцем. Еще 2,6 года и еще 2,6 года. Вот в результате проходит 8 лет. А, ну, не 8, конечно, 2,6 умножить на 3, сколько? 7,8. Вот одно такое соединение хорошее было здесь. А через 8 лет, ну, это будет где-то на другом краю, этой допустимой области. Они снова соединятся, и Венера еще пройдет. Ну, а дальше попрут расхождения, потому что еще через 8 лет соединение произойдет дальше, дальше, дальше. Ну и так, покуда не наберется достаточно этих отклонений, что Земля будет здесь, а Венера будет здесь. Вот.
Значит, давайте зарисуем. У нас 8 лет проходит между двумя прохождениями, в этой области, а потом должно пройти, ну, полуцелое, да, следующее, 121 год с половиной. И теперь вот здесь происходит, значит, прохождение в этом соединении. Еще пройдет 8 лет, то есть снова Земля и Венера накрутят то, что надо, и еще вот здесь одно произойдет. Значит, еще 8. Ну, а потом снова все будет накручиваться. Еще должно пройти 105,5 лет. Когда снова воспроизведется вот такое первое состояние. Но здесь два комментария. Почему вот эти неравны промежутки? Здесь 121,5, а здесь 105,5. Но все-таки потому, что орбиты – это не окружности, а эллипсы. Если бы это были окружности, то ситуация была бы другой. Вот. И второй комментарий. Ну, это вот в нынешнюю эпоху. Вот таким образом происходит соединение. Понятно, что поскольку все эти числа 2,6 года, это на самом деле не 2,6, а там еще 59 чего-то такое надо смотреть. Вот. Все это, как это, и все эти...